Привет, как дела? Try to answer every question. The more you say, the better. Как тебя зовут? Меня зовут Майк. Как дела? Хорошо. Ты говоришь по-английски? Да, я говорю по-английски. Ты говоришь по-русски? Да, чуть-чуть. Ты говоришь по-испански? Нет, я не говорю по-испански. Какой спорт ты любишь? Я люблю футбол. Ты любишь рестораны? Конечно. Ты живешь в Москве? Нет, я не живу в России. Откуда ты? Я из Америки. Ты занят? Нет, я не занят. У тебя есть брат или сестра? У меня один брат и одна сестра. Ты доктор? Нет, я менеджер. У тебя есть хобби? Я люблю играть на гитаре. Какой твой любимый фильм? Мой любимый фильм — «Титаник». Ты любишь детективы? Нет. Ты любишь шопинг? Да. Какой твой любимый магазин? Мой любимый магазин — «Зара». Ты хочешь смотреть телевизор? Нет, но я хочу смотреть YouTube. У тебя есть $1 миллион? К сожалению, нет. Ты можешь петь или танцевать? Я могу танцевать? Но я не могу петь. Какая твоя любимая еда? Я люблю есть пиццу. Какой твой любимый напиток? Мой любимый напиток — кофе. Ты ходишь в школу или университет? Нет. Ты работаешь? Да, я работаю. У тебя большая семья? Не очень. Что ты обычно делаешь в выходные? Я встречаюсь с друзьями. Какой твой любимый день недели? Суббота. Какой твой любимый цвет? Мой любимый цвет — синий. Как часто ты ходишь в кино? Два раза в месяц. Где ты любишь отдыхать?
Я люблю отдыхать в Испании. Ты любишь море или горы? Я люблю море. Ты предпочитаешь жить в городе или в деревне? В городе. Когда у тебя день рождения? Мой день рождения в сентябре. В какой стране ты живешь? Я живу в Америке. В каком городе ты живешь? Я живу в Нью-Йорке. Какие места популярны в твоем городе? Это Статуя Свободы, Центральный парк и Empire State Building. Что ты делаешь в воскресенье вечером? Обычно я смотрю фильмы. Что ты делаешь в пятницу вечером? В пятницу после работы я хожу в рестораны. Во сколько ты ложишься спать? Я ложусь спать в 12 часов. Во сколько ты обычно встаешь? Я встаю в 8 часов. Сколько тебе лет? Мне 30 лет. Ты любишь курицу? Нет, я предпочитаю мясо. Почему ты учишь русский язык? Потому что я люблю русский язык. Куда ты хочешь поехать летом? Не знаю, может быть, в Москву. Кто твой лучший друг? Мой лучший друг Джон. Ты ходишь в спортзал? Иногда. Какой твой любимый овощ? Я люблю брокколи. Какой твой любимый фрукт? Яблоки. Ты играешь на пианино? Нет. Ты играешь на гитаре? Да, это мое хобби.